Ты же знала? Фильм? Да. Вот он же. Ну вот, ее же убили. Ее убили! Да ты че? О том, что соседку убили, эти женщины узнали только что. Каждая из них со слезами на глазах вспоминает пенсионерку как доброго, заботливого и отзывчивого человека. Добрый, да, добрейший из души человек. Господи, Царствие Небесное, прям жалко. Вот честное слово, жалко. Как стало известно, убитая пенсионерка проживала в городе Орехово-Зуево, ей было 86 лет. По сообщению пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по региону, 15 марта текущего года в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступили сведения о безвестном исчезновении местной жительницы, связь с которой родственники утратили с 5 марта. Вот один из них, 35-летний сожитель внучки потерпевшей. Гражданин подозревается в убийстве той самой бабушки. По словам следователя, молодой человек, находясь в квартире одного из домов на улице Гагарина, в состоянии алкогольного опьянения задушил потерпевшую. В этот момент ее 34-летняя внучка и знакомые сожители, находящиеся в том же состоянии, удерживали старушку за ноги. А на это место подозреваемые унесли труп, желая скрыть следы преступления, завернув его в одеяло, облили бензином и подожгли, сообщается пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по региону. Останки тела были обнаружены следователями во время осмотра места происшествия. Я считаю, что ходатайство следователя мотивировано, обосновано и имеются все основания для меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу статьей 108 УПК Российской Федерации сроком на 2 месяца до окончательного решения суда.